кожного року ми зіштовхуємось з такими хворобами, захиститись від яких просто звичайним міцним імунітетом дуже складно. І саме сьогодні ми будемо говорити про такі хвороби, про те, що ж робити, як краще лікуватись і що робити, аби не захворіти. Ще теж такий момент будемо сьогодні враховувати. І сьогодні до нашої студії ми запросили Аллу Толчинську, виконуючу обов'язки директора Дніпропетровського обласного центру здоров'я. Дуже рада бачити вас, пані Алло. Насправді, міцний імунітет – це дуже добре. Але що робити, коли дуже багато різних є проблем, є дуже багато інфекцій, від яких дуже складно потім захиститися? Що ви порадите та які методи захисту існують на сьогоднішній день найкраще? Ну, есть инфекции, которые предупреждают наш иммунитет, да, против которых борется, а есть инфекции, которые мы не можем избежать, заболеть которыми, только если мы не сделаем вакцинацию, если мы не сделаем прививки. Да. Но это на самом деле просто, и мы с вами привитые. Нас в детстве от всех инфекций прививали, да, то есть есть смертельные заболевания, от которых не существует иммунитета, только если вы сделаете прививку. Кажуть, вот. зараз дуже багато існує таких різних думок з приводу щеплень. І звідусіль от, чути є от на сьогоднішній день, що насправді і щеплені люди хворіють. Так, да, іноді прививки не предупреждають само заболівання, вони предупреждають тяжелі його форми і смертельні форми. Поэтому в детстве привитые мы от разных болезней, инфекций, и мы можем заболеть, но мы не умрем. Или не будем болеть тяжелой формой. То есть легкой формой переболеем, это гарантия того, что мы не умрем. Точно так же мы от гриппа прививаемся каждую осень. Это значит, что мы не можем заболеть, мы можем не умереть. Это хороший шанс жить дальше. Ну, це добре, насправді, да. Бо коли люди не щеплені, а зараз є таких багато дітей, да, особливо, много, к сожалению, да. І вони потрапляють до лікарні з тяжкою формою захворювання, так. І ось тоді батьки починають думати, що ж робити, як змінити ситуацію. Але вже вона є, така форма, і треба щось з нею робити, треба боротися за життя цієї дитини. Наскільки взагалі часто вам доводиться з вашої практики зустрічатися з такими випадками? І що можна зараз сказати про те, про ту ситуацію, яка зараз є в Україні? Ну, іноді буває просто пізно. Да? Ну, казалось би, ну, ми ж не в середні віка живемо, коли епідемії уносили там тисячі життів. Для цього людство придумало вакцини. И если были эпидемии дифтерии серьезные, там 100 лет назад, допустим, в Соединенных Штатах, там тысячами заболевали и очень много умирали. Детей, взрослых. И, к примеру, дифтерия, если человек не привит или заболевает дифтерией и не получает нужного лечения, то 50% заболевших могут умереть. Но если он получает нужное лечение, то все равно 5-10% может умереть, даже с правильным лечением. То есть есть такие инфекции, которые ну, элементарно, просто, обычно сделали прививку и забыл о них. Точно так же искоренили оспу. У меня есть прививка от оспы. Я когда была маленькая, делали всем натуральная оспа, смертельное заболевание, сделали всем прививки, и она исчезла вообще на земном шаре. То есть просто искоренили эту инфекцию. Это достаточно просто, обыкновенно, почему-то все забыли. Забыли эпидемию дифтерии 90-х годов, когда вот в постсоветском пространстве, там, в Украине, в России, в Белоруссии была серьезная вспышка дифтерии, и очень много людей умерло. 5000 человек умерло в 90-е годы, и мы опять забыли об этом. И, к сожалению, дифтерия такая инфекция, от которой надо периодически делать прививки. То есть нельзя вот один раз привился на всю жизнь, и все. Даже человек, переболевший дифтерией, может через некоторое время утратить этот иммунитет и опять заболеть. То есть с этим шутить не стоит, и просто нужно согласно календарю прививаться, и все. Это элементарно. Поняла. Ну, если уже вот возьмем вот для тех вот людей, которые пока еще сомневаются, не знают, робити им щеплення, чи ні, розповісти трошки про цю хворобу. Да. Дифтерія. Наскільки вона страшна і чому ж вона так косить людей? Ну, серйозна інфекція, смертельна інфекція. Повторюсь, що той, хто заболів, ну, шанси залишитися в живих, якщо правильно лечити, вовремя лечити, 5-10% може умереть. От заболевших, даже при правильном лечении. Дуже високий показатель. А если, да, а если не сделать вовремя анатоксин, то 50% смертность.
Ну, то есть это серьезные цифры, это вообще страшные вещи. И когда человек заболевает дифтерией, опять-таки, за сколько лет, которые прошли, да, 20-30 лет после предыдущей вспышки, выросло новое поколение врачей, которые вообще не видели дифтерию. Угу. Ну, это нормально во всем мире так. То есть привыкли ангины и ангины. То есть настороженность по поводу дифтерии, да, она должна быть. То есть врачи должны читать, смотреть последнюю информацию и понимать. Но, как показала вспышка кори, тоже не особо есть настороженность по поводу того, да, он посыпал, человек говорит, о, у тебя аллергия на лекарства, ну, к примеру, да, угу. При том, что вспышка серьезная кори, да. Разбирать. То есть иногда, да, угу. И опять-таки дифтерия начинается как обычная ангина. И вы с первых дней не отличите дифтерию от ангины, а эффективность введения анатоксина, то есть специального лечения дифтерии, двое-трое суток от начала заболевания. Где гарантия, что вам поставят этот диагноз? То есть шутки такие, это рулетка. То есть непонятно, что делать. Да, ангина, ангина. Все привыкли, ну, лечат антибиотиками. Но что, в чем коварство? В том, что палочка дифтерийная погибает от антибиотиков, а вот токсин, который она вырабатывает, не погибает от антибиотиков. Если он попадает в кровь, то он попадает уже в органы, которые поражаются этим токсином. Это сердце, это нервная система, почки. И там уже от человека ничего не зависит. От желания родственников, от их крепкого иммунитета, как вот говорят. Да? Мы ведем здоровый образ жизни, мы хорошо кушаем, гуляем, занимаемся спортом. Дифтерійна палочка об этом не знает. Отак от. Бачите, да. Треба розуміти, що насправді ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а ще і своїх дітей, якщо да. є така да. справді проблема у родині. І часто чути звідусіль, я не знаю, ну років 10 так точно. От якийсь стався такий переломний момент в Україні, коли люди почали сумніватися, потрібно так. робити щеплення чи не потрібно. Коли бояться, що з дитиною щось може статися на перших там місяцях навіть її життя, якраз тоді, коли даються перші щеплення. Ну, до року, так? І батьки дуже часто сумніваються і думають, а чи не може вплинути саме щеплення на імунітет дитини, поки що здорової, абсолютно здорової, і що потім робити, якщо вплине? От є такі питання, часто чути. Каждый человек в течение своей жизни встречается с миллионом бактерий. И иммунитет работает при этом. Поэтому доза ослабленных или вирусов, или ну, разные вакцины содержат разные вещества, но это антигены, назовем их так. И организм на это реагирует и вырабатывает антитела, то есть наше оружие против любых инфекций. И потом, когда он реально с этой инфекцией сталкивается, то тогда уже организм готов, и клетки есть для того, чтобы бороться именно с этой инфекцией. Поэтому никакой нагрузки на иммунитет, наоборот, вырабатывается хороший иммунитет. И почему делают маленьким деткам? Потому что именно для самых маленьких деток опасны эти инфекции. Если говорить, там, допустим, о вакцине коклюш, дифтерия, столбняк, да, то три сразу компонента сейчас, и 5 компонентов есть вакцина, то есть многокомпонентная, то есть от разных заболеваний защищает. Кстати, в Украине календарь прививок самый маленький. Если сравнивать с развитыми странами, там гораздо больше инфекций, от которых защищает государство. То есть государство гарантирует эти вакцины от большего количества инфекций. То есть это нормально для развитого общества. Мы почему-то про это забыли и уже движемся в какую-то другую сторону. Поэтому, если говорить о коклюше, то именно для деток до года опасна эта инфекция. И когда мы все были привиты от коклюша, даже если мы болели, мы не умирали. То у нас от коклюша, к сожалению, умирают маленькие дети. Ну, это дикость. Ну, это дикость. На самом деле, это вот мы вернулись в средние века. Поэтому именно маленьким деткам надо делать эти прививки. Мы же не можем сидеть в квартире, не выходить на улицу, то есть родители все равно общаются. И такая ситуация происходит, что если родители не привиты тоже, то они еще больше, как это, нарожают на небезпеку, да, своего ребенка. То есть ребенок не защищен, а бывают детки, которые имеют заболевания, которым нельзя делать прививки. Бывают такие случаи врожденного иммунодефицита или еще какие-то онкологические заболевания. То есть есть дети и взрослые, и маленькие совсем детки, которым действительно временно или постоянно нельзя делать прививки. Если все общество, все вокруг привитые, да, 95%, то тогда у инфекции нет шанса, она не распространяется. И мы еще защищаем этих деток, но которые, тех, да, да, они же не могут в изоляции жить. Они тоже ходят там в садики, в школы, и они контактируют с другими людьми, и они могут от этого умереть. Вот. То есть, бачите, точно выходит, так же, так. Да, точно так же были случаи, когда при вспышке кори, когда детки принимали лечение от онкологических заболеваний, естественно, у них там был снижен иммунитет из-за этого лечения. И дети умирали от кори,
стать инфекцией, потому что им нельзя было делать эту прививку, а потому что остальные их подвергли этой опасности. Поэтому на самом деле такое простое действие. Если родителям непонятно, что в этой вакцине, как, они могут посоветоваться с медицинским работником. Если они этому конкретно не доверяют, пусть они найдут другого. Можно обратиться в частные клиники, куда угодно, выбрать хоть какой-нибудь вариант, но обязательно сделать вакцинацию своему ребенку. Потому что я вот с некоторыми мамами разговариваю, они мне говорят, вот он у меня здоровый, кушает все хорошо, спортом вообще ничем не болеет, я считаю, что у него хороший иммунитет. Ну, на самом деле, мама просто забыла, что она привита 40 лет назад, 30 лет назад, но она привита. И ей дали шанс жить родители. Она своего ребенка лишает такого шанса. У нас в Украине, к сожалению, такая не очень хорошая эпидемическая ситуация с этим. И вот в этом году 22 случая уже дифтерии в Украине в разных областях. А если говорить о уровне привитости, то там детей там 56, по-моему, чуть больше 50% только привиты, а взрослых и того меньше. А мы забываем о том, что от дифтерии нужно каждые 10 лет прививаться. То есть снижается иммунитет, то есть антитела исчезают, и мы потихоньку теряем устойчивость. Еще говорят, а старичков надо прививать? Да надо, нам же... Или их не жалко? Если не жалко, то не надо. Если жалко, пусть живут тоже. То есть и пожилые люди болеют точно так же. И вот мы трехкратно нас прививали, когда была эпидемия 90-х годов в Украине, и мы опять забыли. И опять уже і пройшло вже достатньо кількість часу, нам опять всім потрібно зробити. А, пані Алло, от я хотіла запитати з приводу дифтерії зараз. Яка зараз ситуація в Україні з цією хворобою? Чи вже є випадки, такі епідеміологічні? Так, є случаї, підтверджені 22 случаї в Україні в різних областях. Це, що ви сказали, це тільки на сьогоднішній день, це вже зараз. Це на ноябрь місяць. Ну, просто жах. Так, є форми нетоксичні дифтерійні палочки, які высевается, есть случаи, подтвержденные лабораторно, есть клинически подтвержденные. То есть по-разному, кому-то повезло, у кого-то палочка там не выделяет токсин, кого-то вовремя пролечили. То есть в Харькове, в Закарпатье, в Хмельницком, в Киеве, то есть география совершенно разная. А звідки вона потрапляє до нас? Чи є дослідження такого? Во-первых, дифтерійна паличка существує в природі, тобто вона циркулює в Україні, тому вона є везде. Во-вторых, дуже низький рівень вакцинації. Є люди-носители, які не болеють, така особливість, які не болеють, але виділяють цю паличку. В який момент вона стане токсичною, ніхто не знає. Коли цей чоловік комусь передасть цю дифтерію, ніхто не знає. Тобто проще зробити прививку і забити на 10 років. І не забити о том, що в цій вакцині еще есть от столбняка, а случаи столбняка продолжают регистрироваться в Украине, дети от него умирают, то есть нам тоже, наверное, их не жалко. Вот. То есть серьезная такая штука, от которой просто надо сделать один раз в 10 лет прививку, а ребенку по календарю. Все ж нібито зрозуміло, так? Але якщо такий вже є випадок у вашій родині, що хтось захворів на дифтерію, то взагалі, насправді, це дуже страшно, дуже складно. І людина, якщо, ви вже сказали, так, якщо за 2-3 доби нічого не зробити, а лікувати звичайним способом, горло полоскати, У нас всі люблять лічитися самі, горло полощуть, антибіотики починають пити самі. Тобто, може бути убита ця паличка, але токсин, який вона виробляє, антибіотиками не вбивається. Тобто, лічення може бути тільки в інфекційному стаціонарі і обов'язково ізолюється больною. И все контактные обследуются. То есть и карантин нужен. То есть вот в Ужгороде там студенты были какого-то университета, и всех контактных изолировать. То есть это серьезные противоэпидемические мероприятия, всех обследуют. То есть это реально серьезная угроза. И лечится только в инфекционном стационаре. И вводится анатоксин, которого мало, который есть. Его гуманитарная помощь пришла, а в Украине там по чуть-чуть, там по областям разным распределили. Но не факт, что вам его хватит. До речі, якщо не дай Бог почнеться вспышка, то не факт, що він буде, цей токсин, не факт, що вам поставлять діагноз одразу. І це оправдано тим, що, во-первых, випадків мало лікарі не бачили, во-вторых, схоже на ангіну, а ми всі любимо лічитися самі. Тому, така дуже опасна ситуація. Дуже зрозуміло. Я думаю, що всім, хто зараз нас чув, всі, мабуть, вже зрозуміли, що єдиним і таким вірним способом є вакцинація. По-перше, зараз є вакцини.
їх кількість достатня на сьогоднішній день? Так, государство дає вакцини по плану діткам, які вакцинуються по возрасту. Обов'язково родители должны проверить, от чего ребенок привит, посмотреть карточку, посоветоваться со своим семейным врачом, педиатром, с кем угодно. Не доверяйте одному, выберите другого, но обязательно не забывайте об этом. Вы защищаете своих деток, и они будут нормально расти, жить и не болеть. И еще такое есть питание, вот справді розповсюджене. Якщо це, наприклад, індійська вакцина там чи з іншої країни, так, то от теж батьки вибирають, дивляться, що ну та краще, та гірше. Чи можете ви пояснити? Да, у нас все всегда эксперты, да, и слово индийское почему-то у нас ассоциируется с коровами, которые лежат на улицах, да. Но на самом деле заводы, то есть производство вакцин в мире очень так четко распределено, и оно ограничено. То есть если планируется вакцинация во всем мире там, за несколько лет вперед, то каждая страна заказывает себе сколько им надо, по плану сколько деток рождается примерно, то есть планируется хорошо, и эти вакцины распределяются по всему миру. То есть если в Индии стоит завод, это не значит, что он там стоит где-то в грязи, извините, рядом с коровником, да, то есть это совершенно современный переквалифицированный ВОЗ Всемирной организации здравоохранения завод, который проверяется, и он получил разрешение не только в самом начале, он постоянно проверяется, качество вакцины проверяется, все равно гарантировано. Есть не только индийские вакцины, есть других производителей. Если вам не нравится слово Индия, купите другую, пойдите в частную клинику, но защититесь. Это да. Важно, потому что у нас иногда мы повторяем такие странные вот глупости. Я вот слышала такое, вот у нас хорошая вакцина от гриппа. Ну, я сама прививалась, да, и мне говорят, у нас французская, а не корейская. То есть люди даже такое говорят. Ну, подождите, извините, во-первых, это не Северная Корея. А во-вторых, вот это как автомобили, да. Вот мне нравятся французские, а кому-то нравятся корейские автомобили. Но это то же самое. То есть они все качественные, да. Они какую-то имеют гарантию, они имеют сертификаты. Они имеют... Единственное, что у нас вот некоторые мамы говорят, а вдруг она хранилась неправильно. Неправильное хранение вакцин влияет только на ее эффективность. То есть, если неправильно хранится, там она или где-то примерзла, или где-то она, ну, к примеру, там, от дифтерии, да, или она в тепле стояла. То есть родители должны помнить, даже вот если они сами купить, хотят сами купить. Купили где-то там в аптеке, но их предупредят обязательно, что нужен сумка-холодильник, условия хранения. Ну, мама пойдет по магазинам, походит, там все нагреется, и вакцина просто превратится в воду. То есть вот тут микроб, да, вот да, эти обломки микроба, они просто погибнут, и просто будет водичка. Вам уколят водичку, и, кстати, это тоже может повлиять. Вот я привитая, а почему же я заболел? Да, может быть такой момент, что где-то лежала там вакцина, неправильно. Да, неправильно хранилась. Поэтому у вас есть право спросить у медработника, когда вы пришли вакцинироваться, посмотреть, где она хранится. Хотите, почитайте инструкцию от вакцины. Все есть в свободном доступе. Посмотрите четко, какие условия хранения, как хранится, посмотрели, проверили, все. Вы медработнику доверяете. Пожалуйста, делайте, да, пані Алло, делайте. Насправді дуже вам дякую, бо і цінна інформація, і розвіяли усі сумніви. Я себе зробила вакцину від дифтерії ще в апрелі. Я вспомнила, да, що от пройшло багато років, я її не робила, да. Кожні 10 років я должна зробити. Я і мужа не пожалела. І на роботі у мене все пошкодували. І на роботі, ні, звісно, він спокійний тепер такий, гордий, ходить на роботі, всім розказує, що у нього є вже прививка від дифтерії. Я зробила в апрелі собі. Ну що я розумію, що да, ну надо. Ну, это нужно. И вы себя добре почуваете. Я лечилась как раз. Я от гриппа я прививаюсь каждый год, уже, наверное, лет 5. И не хворієте? Нет. Ну, пока все добре. Ну, щоб все було і далі добре. Да, здоров'я, да, поэтому, і вам да. Теж бажаємо, щоб були сили так справді боротися. Бо насправді зараз така ситуація, коли лікарі потрібні і лікарі повинні доносити інформацію. Да, да. Важно, як ти об'ясняєш. Важно, щоб він услышав авторитетне мнение именно того доктора, которому он доверяет. Я вот была в школе старшеклассникам, рассказывала о дифтерии, и у меня такие были сомнения, поймут ли дети, да, знаете, вот они там в гаджетах все сидят, и они там их на уроках. Я же не преподаватель, то есть мне вот интересно с людьми разговаривать, я с позиции, ну, врача говорю. И меня что удивило, что они меня внимательно слушали, там 20-25 минут реально никто не сидел в телефонах, и им реально было это интересно. И спрашивали, там, вопросы задавали. Потом пришли домой и сказали родителям, где мои эти прививки, где? Це найкращий результат. Да, то есть ты даешь факты и рассказываешь, как и что. То есть какие показания, какие противопоказания, что может быть. То есть если ты владеешь информацией, ты делаешь выбор. Прививайте только тех детей, которых вам жалко.
Я вам дуже дякую, пані Алло. Так, сподіваюся, всі будуть робити. Почули і зробили висновки. Тільки так. І тільки так ми будемо здоровими. Зустрічаємось за декілька хвилин.